Всем привет, дорогие друзья, с вами Витя, канал Крутой Гамалоид. И мы сегодня будем играть в игру от создателя Агарио Диепио. Вот так она называется. Это танковая такая баталия. Очень угарная. С прокачкой своего танка. Вообще прям мне она затянула, эта игра. Мы вот вчера с другом сидели в нее, рубились. Прям вообще суть игры, ну, как и во всех от создателей Агарио, это прокачаться, стать самым мощным и попасть в топ-10. Соответственно, здесь вот у нас танк левела нашего. Вот я уже пятый. Это вот уничтожаешь вот такие предметы. А максимальный левел, конечно же, 45-й. И вот еще такая есть плюшка очень интересная. Это прокачка наших этих умений. Это Heals Regen, то бишь восстановление здоровья. Потом максимальное здоровье. Дамаг тараном. В английском не силен. Скорость пули, потом скорость или это скорость пули, что-то здесь вот это я что-то не помню. Кстати, вот я приготовил же здесь сила пробития пули, точно забыл совсем. Ну, соответственно, это наша сила. Так, давайте я прокачаю на 3 на реген и 1 на дамаг, чтобы... О, по мне уже начали это вот народ стрелять. Надо сваливать. Я вам еще не все рассказал. Соответственно, релоуд — это перезарядка снарядов, и спид, my weapon speed — это у нас скорость танка. Так, и, ну, давайте посмотрим, получится ли у нас докачаться до 45-го. Ну, я, в принципе, там не сложен был. Еще есть такая там апгрейд танка, типа прокачка ветки, там всякие разные классы танков. Дойдем, это вроде на 15-м левеле. Покажу. О, нифига, он раскачался. Ё-моё. Так, давайте дамаг еще и остальное на все на реген. И сваливаем от него подальше. У него слишком он раскачан. Ё-моё, кажись, он за мной охотится. Он, видите, всякие разные. Так, 12-й левел, давайте скорость. Так, тут все зависит от прокачки. Как ты прокачаешь свой танк и какой возьмешь этот характеристики на танк. Так, 14-й. Вот апгрейд танка. Так, твинс, нан-снайпер, машинган и флэнглорд. По картинкам видно, что из чего он представляет. Так, я, соответственно, хочу попробовать с машингана. Я не пробовал. Он стреляет как с пулемета. Посмотрим, что из этого получится. Так, 3 прокачки у меня есть, можно. Давайте на все на дамаг сделаем. Потом уже будем качать. Скорость танка и... Ой, ё-моё, он! Кстати, вот да, даже такие есть. Нифига себе, он меня чуть врасплох не застал. Напускал этих своих треугольничков. Да-да-да, даже такое бывает. Так, давай. Так, вот этот вообще раскачанный. Так, СКП, он у нас в топ-10 попал. Надо как-то... Так, давайте, наверное, еще скорость танка сделаем. Ну, соответственно, если вот так стреляешь, ты быстрее едешь назад, типа. Так ты будешь замедляться. Запомните это тоже. Помимо Агарио и Диепио есть еще Слитхер.
тоже прикольная игра там. Опять я на него попался. О, вообще прям кто-то. Нар. Нар, он второй в топе у нас. Ё-моё. Он почти такой же, как я. Сейчас он меня должен завалить. О, раскачался. Раскачался. Да, ништяк, ништяк, ништяк. Так, давайте я машинган буду дальше качать. Хотел же сам. Так. Нужно. Давайте, наверное, все на жизни. Больше будет, будет лучше. Так, я уже, кстати, 34 левел. Так, и давайте, наверное, на скорость танка и пробитие. Пробитие, не знаю. Давайте, наверное, еще на перезарядку все 4 вот эти потратим. У нас, в принципе, пока еще есть. Так, сейчас он меня должен... Надо сваливать потихой так. Сторонку, сторонку. Ой, матершинник. Сейчас тебя надо завалить, чтоб ты тут... Соответственно, на полет пули нужно, потому что... Очень медленно, блин, летят снаряды. Так. Так, вот, кстати, по уровню, да, желтые, красные больше опыта дают, и вот такие фиолетовые тоже нормально, прям. Вот. Ну и убийство танка тоже, соответственно. Так, я даже не знаю, как посмотреть, какое я в топе. Вот это вот тоже очень сложно здесь посмотреть это. Это, наверное, какие-то моды надо ставить. Ну, как обычно. Так, чувак, иди сюда. Так, завалили. Так, 35-й, да? Ага, на меня охоту открыли. Так. Ага, вот, короче. Так, буллет спит, полет пули. Быстрее, видите, стал под патроны у меня летать. Так, вот этого надо. Блин. О, перевернулся специально. Ну, это имбовый танчик, кстати. Так. Тебя, ФФ. Так, и 36-й, да? Надо еще на спид сделать, чтобы быстрее ездить. А то как-то медленно, чтобы если кого-нибудь догонять. Или убегать от кого-нибудь. Да, о, исчез, отключился. Ну ладно. Фиг с тобой, не захотел раз. Кто там тебя стреляет, чувак? Давай я тебе подсоблю. О, что-то я нарвался, походу. А, нет, это... Куда полетел? Иди сюда, сюда иди. Так, о, так, две плюшки. Давайте на полет. О, чтобы перестреливать всех. И хилка у меня, видите, хилка на всю прокачана, восстанавливаюсь очень быстро. Это очень хорошо. Чувак, иди сюда. Сюда иди. Так, 43-й левел, и скоро, короче, я уже не смогу качаться. Не смогу прокачивать свои... свой вот этот танчик... По всяким перкам вот таким, которые есть, только будет прокачка. Нет, не прокачка, а вроде... Иди сюда. Ага. Один. Он, кстати, на первом месте у нас. Смотрите, да? Типочек покачался. Так. Да, ну, о, фиолетовые появились.
эти треугольники, они будут это вот со... оп-оп-оп-оп на меня агриться. Так, нужно найти в поле вот такое с фиолетовыми, синими, блин, не могу найти. Так, 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 о, пока он отвлекся. Нет, наш заподозрил что-то неладное, скатился сразу. О, давай, 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 давай. Сюда иди. Так, ну перестреливать я перестреляю. Ну, тут если, конечно, такой же не появится. О, видите, он хочет меня перестрелять. И, походу, это у него маленько получается. Интересно, конечно, интересно. Россия! Россия! Так, иди сюда, сюда иди. Фига он мне дамага мне делает тоже. Так, соответственно, 45-й левел. Так, давайте, наверное, на скорость танка. Это что такое-то он медленный. Так, ну и давайте... как были, так и останемся. Посмотрим. Так, а я дальше 45-го. Что там вообще, я даже не знаю. Я... что-то я вам показал самый обычный танк, который с такой с прокачкой не очень. С апгрейдом, точнее. Надо было с тремя пушками, которые... или который в 8 сторон стреляет, тот вообще прикольный. Так, ну и все, остается только летать и бомбить противников, а не вот эти. Нужно кого-нибудь найти, например, вон первого или... или вот Мерилин. Нету его, да, в топе? Вот, иди сюда. Подойди поближе. Давай-ка газку поддадим. Так, как его догнать-то? Что-то он нахил. Блин, его сейчас завалят же. Он мой? Нормально, перехватили у меня. Вот такие тут-то тоже крысятники есть. Давай-ка. А, сюда иди. И улетел. Что-то как-то он быстро поехал. Так, а больше никаких кнопок нет, не задействовано. Ну ладно. О-о-о-о-о. Здорово, чувак. Так, пока не будем стрелять сейчас. Давай-ка... газку, газку. О, у него... у него урон-то тоже прокачан на максимум. Да, может, по-страшному. Так, тебя. Тебя. Только сейчас заметил. Так, где эти дебри? Нужно куда-то полететь, там, где большой левел обитает. Интересно же попасть в этот в топ. Топ-топ. Так, ну это уже конец карты. А, вот где вы сражаетесь. Так, ну это, слушай, меня может перестрелять. И да, он меня перестреливает. Остается только мне убегать, 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 убегать и отстреливаться. Чувак, ты так сел больше делаешь этого. Сам же видишь же, что я стреляю специально в эту сторону. Так, а как-то я не могу, да, переназначить своего этого танка. Жалко, конечно, ну ладно. О, о! Россия, Концумир.
Так, убегать, конечно же, как бы вот так. Так, вот он снарядом пол хп сносит, аккуратно надо быть. Да, он без мало здесь. О, нифига он как убегает. Так, тебя, чувак. Фиф. Не понял, по какой ветке пошел, но интересно, интересно. Так, и что-то я все думал с другом поиграть, но походу на один серф так фиг попадешь. Это кто где находится, наверное. Как-то так странно они сделали. Моды неохота ставить. Так, двое на меня, да? Выф. Выф, иди сюда. Выф, 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 выф. Можно было еще таран прописать. О, кажись, я долетел до этой штуки, где... Так, ну вот такая вот игрушка. Всем спасибо за внимание. С вами был Витя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем спасибо, пока.